На Слободском тракте водитель «Ларгуса» сбил на пешеходном переходе женщину. Она выскочила из-за машин, которые стояли в пробке в сторону Кирова. Момент ДТП в рубрике «Видеорегистратор». На Слободском тракте 49-летний водитель «Ларгуса» не заметил женщину на пешеходном переходе. После удара 53-летняя дама получила только ушибы и, по предварительной информации, не была госпитализирована. На улице Московской участники ДТП выясняют, кто был виноват. Велосипедистка ехала по пешеходному переходу, судя по всему, на зеленый сигнал и въехала в кроссовер. После удара девушка получила ссадины, а также выбила передний зуб. На улице Карла Маркса водитель грузовичка очень сильно торопился и едва не сбил девушку на пешеходном переходе. Да, сама подвернулся, я уверен, как мне счет. На перекрестке улицы Воровского и проспекта Строителей нарушитель на белом Субару решил, что можно так повернуть, да еще и не уступить дорогу встречному автомобилю с камерой. На улице Конева водитель машины с регистратором едва не попал в ДТП, когда пошел на обгон автобуса. Оказывается, все решили в этот момент уступить дорогу Гранте, которая выезжала со двора. На улице Некрасова не заметил красный сигнал светофора водитель кроссовера. Он пропустил пешеходов и уехал. Куда ты, нормально. Нормально на красный, нормально. Михаил Вагин, место происшествия.